Приветствую вас. Вы знаете, мне почему-то кажется, что проблема, которую вы описываете, она возникает, возникает у вас. Не в связи с тем, что вы описываете, не в связи с тем, что вы пишете, а в связи с более, скажем так, глубокими, если угодно, процессами. Например. Например, вы почему-то уже в самом начале вашей истории боялись того, что вас кто-то услышит, что кто-то что-то подумает, вот, и так далее. То есть вас волнует именно это, волновало именно это изначально. А это значит, что вы уже изначально были не уверены в себе, и уже изначально вы, скажем так, пасовали перед общественным мнением, например, и оно имело на вас определенное влияние, давление и так далее. То есть вы не доверяли себе, вы не прислушивались к себе, вы, возможно, даже себя обесцениваете. Вот. Я так думаю, по крайней мере. Значит, смотрите. Вам 21 год, вы уже замужем, и у вас уже ребенок. Это означает, что, скорее всего, вы сами себе не принадлежите. А это, в свою очередь, означает только то, вот что вы себе не принадлежите. Что вы обесценили свои собственные цели. Ну, например, почему 21 год вы не учитесь, да, не работаете, не развиваетесь как личность и так далее? Куда такая спешка с браком, с ребенком и так далее? Не стремились ли вы к определенной степени защищенности, например, и не пытались ли вы через, допустим, вот этих людей, да, с которыми вы, с которыми вы проводили время, да, вот, не пытались ли вы с этими людьми, например, как-то себя проявить, то есть, не придавали ли вы этим людям сверхмотивации, грубо говоря,
Не придавали ли вы этим людям сверхмотивации, за которой стояли ваши собственные желания? Ведь вам почему-то, значит, было страшно, а что они обо мне подумают? А вдруг они будут как-то плохо обо мне думать? А вдруг там что-то еще? Понимаете? Какая история. Это не просто так. То есть, данный аспект, просто так быть не мог. Вот в этом и стоит разбираться. То, что вы описываете дальше, это, по сути, просто страх. Возможно, подсознательный запрет на сближение с другими людьми. Возможно. Я не уверен, но возможно. Возможно. Это нужно выяснить в любом случае, как вы относитесь к себе, как вы себя воспринимаете, помимо всего остального. Вот. Ну и, конечно, так скажем, локально, да, локально. А что, вы считаете, что, ну, только вы можете вот делать то, о чем вы говорите? Вы считаете, что другие ничего такого не делают, что ли? Ну, в таком случае у меня новость в таком случае для вас. Делают еще как. Вы себя выделяете, почему? Чего вы боитесь-то? Вот конкретно, если подумать, чего вы боитесь? Что стоит за вот этой вот позицией? Вот. Дальше. Не совсем понятно про врача. Я вам честно скажу. Вот вообще непонятно. То есть, при чем здесь врач, при чем здесь заболевание, как бы, ну, заболевание, я имею в виду, физиологический врач, как бы, вам здесь не поможет. Врач, он не по этой немного части. Врач, он чуть по другим аспектам, вот. Так что здесь у вас явно тоже не совсем верное представление. Вот. Ну и что мы имеем в сухом остатке, да? В сухом остатке мы имеем, скажем так, определенную детскость, да, нежелание взрослеть и ориентацию на других людей, а не на себя. Вот вы спрашиваете, подскажите, пожалуйста, что теперь делать? Что делать, чтобы что? Это, понимаете? Чтобы что? Что делать? Вот как бы с этого и начнете. А дальше развитие уверенности в себе, личные границы, работа над собой и так далее. То, что вы описываете, это просто симптом. Вот и все. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он был полезен вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их
в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи.